Сытно. Ладно, да, скоро мягко, короче. Кое-что интересное, по-моему. Итак, да, ребят, кто не знал, я есть в Инстаграме, я выкладываю часто классные фотки с разных мероприятий, со своим парнем, часто провожу прямые трансляции, отвечаю на все ваши вопросы. Также люблю общаться со своими зрителями в Директ, поэтому, если вам интересно, то ссылочка в описании. На! Снимай! Напихивай, давай! Давай, как всегда! Только теперь я придерживаю, давай. А ты натягиваешь. Давай. Так, друзья, сейчас я кое-что там интересненько, Настя. Так, сейчас я подойду поближе, сейчас подойду. Готово. Угу. Высовывай! Ну и что? Соленая опять, ну жесткая. Соленая. Что ты меня сегодня огурчиком обзываешь? Соленая, ну жесткое такое. Угу. Еще раз, да? Ты вообще горчица. Ну, с одной стороны, более мягенькое такое, вот приятненькое, знаешь? О, приятненькое. А с другой стороны, такое жесткое, такое тверденькое, как это. Это часть всего, что касается того самого, вообще, да, приятненькое. Чего? Дальше я не понимаю, реально вообще не понимаю. Ненасытно. Ладно, на, лизни так. Высунь, я сам проведу. Это часть писи. Ага, пидорное, YouTube не пропустит, сиська углючалась, 18+, блокировка. Дай еще попытку, какая это была? Какая попытка? Это третья была. Ну еще дальше. Все, зайчик. А что это было? А что, мизинчик это был? Я специально, друзья, ну и снял, чтобы она подумала, что типа я там что-то такое из нижней части. Ага, слышала. Ну вот поэтому ты прогадалась, блин. 2-1, моя маленькая. Больно. Сисечку включаю. Теперь моя очередь, друзья. Поехали. Это сюда. Класс, класс. Супер вообще. Алло. О, ребят, сколько до сих пор много вопросов, где же я 17 лет зарабатываю деньги, как могу позволить себе купить камеру? Отвечаю еще раз. Я зарабатываю на сайте казино Вулкан. Многие, конечно, плохо относятся к казино, я тоже до недавнего времени была плохого мнения, но главное не заигрываться, и тогда вы сможете вывести вполне неплохую сумму денег. А перейдя по моей ссылке в описании, вам дается 100% на ваш первый депозит, а ваша сумма удваивается дважды. Я считаю, что это мега офигенным предложением, поэтому, если ты рисковый, ссылочка в описании. Удачи! Давай, иди сюда. 2-1. Ты готов? Точно готов? Весовый язычок. Зайчик, ты как это? Ну как обычно говоришь. Давай, давай. Так, ну-ка. Давай, сейчас, нет, еще не все, нет, это просто. Давай. Ну все. Что, я трех разных мест коснулся, что это? Давай еще раз. Давай. Я точно коснулся того, что надо? Да. Точно? Да. Вообще непонятки какой-то. Давай, последний раз, третий. Тон, подожди, подожди, сейчас дай прогрузить. Оно, короче, тонкое, извилистое какое-то, непонятно. Но это не толстое, это не щека. Оно непонятно, оно как палец и щека. Твердо-мягко, короче. Ну дай, належусь. А ну. Ребят. Отвечаю, вот сейчас прям вот 500% гарантии даю. Это ухо. А знаешь, как ты спалилась? Как? Ты, короче, когда вот так вот голову повернула ко мне, вот, ты повернула голову и начала говорить. То есть я уже прокручивал, что, ну, типа, если звук уже доносится отсюда, а? То есть ты как бы не встала, это не колено, вообще не часть твоей... Так, может быть, я обманку хотела сделать? А, обманку говорит. Ты сиська не такая у тебя. Ну, типа, бля, ну не знаю. Ну тут было очевидно. Оно еще такое, ну, типа, все на части головы может быть твердо мягенькое, кроме как ухо. Ну, и то есть я почувствовал вот эту вот, короче, сейчас. Короче, блин, 3-1! Ага! Ты угадал! Смотри на него! Угадал! Сейчас
Восьмое чувство, Зафик. Слышали тоже? А ты где? Вы знаете, его восьмое чувство никогда не подводит. А, да, кстати, у меня, если что-то это, то то самое, короче. А теперь я загадываю. Раз, короче, ребят. Отвечаю, будет, ну, хизы, посмотрим. Вроде бы как тяжело, вроде полетели. Лото. В предвкушении. А, в предвкушении. А ну-ка, язычок. Выше, ну это, длиннее. Да, да не наклоняйся ты, длиннее язык высунь. Готово? Угу. Это лук, фу, морщины, Саша. Блин, тупые. Фу, у меня... Дурное, соленое? Такие вы, да. Давай, 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 давай. Даю, даю, даю. Все замыслила уже, что так проказница, блин. Сиди, сиди. А ну.